Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне! Всем привет, мои хорошие! С вами я, Светлана Ата. И сегодня на завтрак у меня легкое блюдо такое из йогурта, творога, из семян чиа, в которых много омега-3, кстати, употребляйте их. А также все клубничка. Приятного всем аппетита! Сегодня решила приготовить кысыр. Это такой салат по-турецки. Значит, взяла вот таких 2 стакана. Вот такой мелкий булгур продается в Турции. Посмотрите. Видите? 2 стакана. Залила 1,5 стакана горячей воды. И оно должно постоять. Помешала, конечно, и должно постоять. Мои хорошие, посмотрите, кто в гости к нам пришел. Моя заловка. Озлем. Селям. Озлем. Бершей сана сойли джим. Сен не заман бен видео чекиорм. Сен кызыорсон? Слушайте, слушайте. Динле, динле. Ашкым. Ama ne güzel video çıktık güzel biz. Güzel yapıyoruz. Uh-huh. Ormanları geziyoruz. Akrabaları ziyaret ediyoruz. Arabada geziyoruz. Yürüyüş yapıyoruz. Seni çok seviyorum. Seni de çok seviyorlar. Çok seviyorum. Sen Yıldız. YouTube'dan Yıldız. Она говорит, что я потом вам переведу. Ну, говорит, что любит со мной гулять. Все будем, короче. А сегодня я ее волосы покрашу, говорит моя невестка. Сонра? Сонра гюзель имек я паджак сен сен кысыр. Кысыр я паджак. Салат такой от турчанки. Смотрите дальше. Посмотрите, что моя заловка мне принесла. Подарки. Она меня не любит очень. Ну, işlemişsin sen la. Peki davul çay. Bu sen o. Sen o yaptın. Yaptığı şey yok. Onun makine hazır yapılmış. Посмотрите. Sağdan такой комплект принесла. Hediye etti. Я люблю такие вещи, вы же знаете. Ага. Bende çok olunca. У нее очень много мне принесла. Benim annem de böyle yaptı. Ben çok seviyorum böyle. Посмотрите. Bunu makinede şey hazır. Bir kadın işlememiş, hazır yani. Видите? Fabrika. Fabrika'ya da sevim. Fabrikada yapılmış. İmel nevresin de var, kadar gelmiyor. Ama sizin öyle bir yorganınız var mı? Şey, hani öyle bir satan. Вообще вот, İçine смотрите. Geçmeli satan. Такую красоту. Мне принесла моя заловка. Хорошие, посмотрите, как заловка ко мне приходит. Принесла печенье. Так, принесла вот такие стаканчики. Я сейчас их положила сюда в машинку, перемою. Представляете? Вот. Для чая. О, какая она у меня молодец. Я ей компотик сварила. Тут и клубничка, и абрикосочка, и все. Так, еще что она принесла мне? Вот такую нам машинку подарила, потому что сама не пользуется. Будем варить кофе. Еще не знаю, как и что. Так, принесла вот такие голубцы. Такие голубцы принесла сарму. Сама накрутила. И вот так принесла еще кучу вот таких баночек. Вот таких баночек. Не знаю, что я люблю. Принесла кучу баночек. Вот такая вот у меня заложка. Сейчас вот я ее буду красить. 3 пачки ей надо на ее волосы. Чтобы сделать этот кысыр, вот порезала. Сейчас я вам покажу салат. Петрушку. Сен бурдакой гюзель. Ве суал яшил. Вот. Мы поняли. Söyle ne yaptın sen şimdi? Bulguru haşladım. Biraz yani bulguru üzerine sıcak evet. su koydum. Biraz beklettim. Uh-huh. Onlar şiştiler. Üzerine karabiber, uh-huh. Pul biber, istediğiniz uh-huh. kimyon, uh-huh. sevdiğiniz baharatları koyabilirsiniz. Domates salçası vardı evimde. Kaç? Domates salçası koydum. 2 kaşık. 2 kaşık. 1 kaşık biber salçası koydum. Aha, aha. Onları yoğuruyorum. Aha, şimdi Tuzlu. Dur ben tercüme yapayım. Так, значит, мы залили этот булгур мелкий водой.
горячее, постояло оно. Затем, значит, добавили 2 ложки столовые томатной пасты из помидор, 1 ложку столовую из перца. Туз яптын мы? Туз отладым, биберин, да. Тузлы чünkü. Соль не бросила. Значит, пряности, кимьон, тмин, черный, красный перец. И вот сейчас она будет все перемешивать. Здесь она подготовила вот салат такой, порезала петрушку и зеленый лук, вот посмотрите, с помидорами. Вот сейчас будет это все пока перемешивать. Тамам сан сорабишь соль век истерся. Ага. Возла долязем. Ага. Ну смотрите по цвету как. Ренгини кармазомасы. Чтобы красное было. Kırmızı olması lazım. Bu çok salça kullanmak gerekiyor. Много использовать не обязательно. Çok zaman lazım böyle karışmak. Hayır. Şu salça rengini şey yapsın. Alsın. Мешать до тех пор, когда весь булгур окрасится. Такой бардак у меня здесь, но извините. Şimdi yeşil soğanı koyuyoruz. Bunlar yeşil soğan. Yeşil soğanı da birazcık da yoğuruyoruz. Зеленый лук перемешиваем. Kuru soğan de gerek yok mu? Yeşil soğan varsa kuru soğanı gerek yok. Если нету зеленого лука, можно и... Ama yeşil soğan yoksa... Такой лук обычный. Kuru soğan da uğraşsın. Красавица, я накрасила, ждем. Anladım. Diğer yeşillikleri koyuyoruz. Петрушку. Ama ben de sana sormak istiyorum. Türk yemekleri maydanoz kullanmıyorsunuz yemekte pişirip. Yani çorbaların üzerine koyuyoruz. Вот, салата да кулаюрус. Ама yemek pişirmiyorsunuz, değil mi? Вот я спросила, почему у вас не делают зелень внутрь? Она говорит, только зелень в конце, в супы можно положить в конце для красоты, в салаты, а в еду нет. Bizde Gürcistan'da pişiriyorlar. Ne yapıyorlar? Kavurup mu yiyorlar? Maydanoz. Başka da var bizde kullanıyoruz. Domates. En son. Hani çevirmesin diye. Помидоры. Sarımsak gerek yok mu? Bazıları koyuyor ama sarımsak ben söyleyeyim. Я говорю, чеснок надо? Она говорит, некоторые пользуются. Yağ dökeceğim şimdi. Yağı. Hangi istiyorsun? Zeytinyağı. Yok, normal yağ. Normal. Растительное масло можно тоже, вот. Ну, здесь я приготовила у нас. Efendim aşkım. Çöp koydum. Şunu da koysaydın ya. Вот сейчас. Kaç lazım? На глаз. Bir bardak? Fazla. İstiyorsun sen, var. Yeter. Один стакан. Çünkü şey, çayına böyle şey olacak, parlayacak. Он сейчас будет блестеть, тогда вот смотрите сами. Как заблестит, значит хватит. Дома şeyi elimi yıkayıp şey yapacak. Лимон. İsteyen üstüne sızın. Kadar. Sonra tuz son. Tuzuna bakarız. Tuzu azsa atarız. Bu yeter mi böyle? Yeter. Tuzu biraz az. Мало соли. Biraz az yani. İsteyen atar. По вкусу можно добавить. Все. Yet, hazır. Bitti. Aferin. Kısır. Türkçe. Kısır turetski, po turetski salat. Вот так мы накрыли быстро-быстро вкусный стол, мои голубцы. Чорбу кушаем с мантами. Насылашкем. Кысыр. Ben ne dedim dün? Kasır. Kısar. Вот так заворачиваются и кушают. Лимоны выжимают. Очень вкусный салат делаете, мои хорошие. Мои хорошие. И айран сделали.
Ой, как я устала, надо кушать, а то я не ела еще сегодня. Вот и муж пришел за ловки. Пьем чай, он тоже покушал. Моя красавица так волосы покрасили, я ее заплела. Так сидим, чаек пьем. Я так что-то устала, не знаю почему. Так она сидит просто. Я если так сяду, то потом долго не встану, не выпрямим нож. Смотрим, знаете, какую программу про Таиланд, как еду готовят, на уличная еда. Кофе сварила моим гостям любимым. А нас Бенгелиным. Рамазан, сен изледил мое видео? А, не кадар гюзель. Не кадар гюзель олду. Приятного всем аппетита. Себе еду готовлю отдельно, без сахара. Привет, привет всем. Готовлю обед. Хочу поделиться с вами вкусным рецептом приготовления супа мерджимек. Я раньше все впихала, все кидала. А сейчас делала последний раз. Ложка ему очень понравилась, мужу моему. И он попросил сделать так, как последний раз. Поэтому я начинаю с пассеровки всех овощей. Потом добавлю чечевицу, пряности, воду и буду варить. Заранее, когда пожаришь, заправку очень вкусно получается. Вчерашний сыр, салат мы все съели. Я еще угостила соседку, и мой муж ночью, 2 часа ночи, доел его. И я решила сегодня приготовить сама такой салат. Вот я замочила булгур. Здесь у меня в уксусе лук зеленый, все, помидоры. И буду готовить сама. Ну что, мои хорошие, показываю свой результат. Вот такой кысыр я сделала салат. Очень вкусный. Рецепт вы видели, как и что делать. Сейчас вот жарю соте с грудинки. Лук пожарила, грудинку, с болгарский перец соте и помидоры. И сделала такой вкусный мерджимек. Какашка ему понравилась. В общем, вот такой вот я ужин готовлю сегодня. Друзья мои, посмотрите сейчас, что мы нашли со Шкымом. Птичек видим. По-моему... По-моему, смотрим, что голуби сюда прилетают. И мусор я увидела. Подождите, подождите, посмотрим отсюда, есть там или нет. Чтобы почистить это. Представляете, куда они залетели? Вот я приготовила я сегодня ужин. Суп мерджимек. Этот супчик принесли только что соседи. Говорят, из овощей. Кысыр салат по-турецки. Вот моя порция. Вот Ашкева порция. И домашний йогурт. Домашний айран. Приятного всем аппетита, друзья мои, халёсие!